Казахстане появился аналог музыкальной премии Грэмми. Конкурс «Астана Жулдызы» открылся в преддверии празднования 15-летия столицы. В жюри продюсеры, композиторы, представители СМИ и заслуженные артисты республики. Я думаю, для казахстанского шоу-бизнеса это важно, потому что так много артистов, так много исполнителей, групп. Я думаю, что у каждого участника этого конкурса есть свой слушатель, свой зритель. Но профессиональное жюри будет, я думаю, что оценивать именно по достоинству, по профессиональному уровню. Участники, представленные в 15 различных категориях, отборочный тур прошли 350 человек. Все они уже сложившиеся артисты, известные в республике люди. Тем не менее, жюри предстоит выбрать среди них победителей. Организаторы обещают сделать эту премию ежегодной.